Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Kingroy, состоящий из 108 единиц инструмента. Код товара 108 МДА. Покажем визуально инструмент, покрутим в руках, чтобы вы увидели, как он выглядит, и комплектацию данного набора. Это вот упаковочная коробка идет такая. Здесь Made Taiwan. Фирма Kingroy, это фирма немецкая, но заводы по производству находятся в Тайване. Выпускает профессиональный инструмент. Хорошего качества, можно сказать, даже высокого качества инструмента. Вот такая вот коробка. Так, по комплектации набора. Хотелось бы отметить, что набор, данные наборы от компании Kingroy идут с защелками металлическими, но встречаются наборы с защелками пластиковыми черного цвета. Потому что это наиболее частые вопросы, которые задают при покупке данных наборов. Металлические защелки или пластиковые. В зависимости от партии они идут или металлические, или черного цвета пластиковые. Также что еще хотелось бы отметить. Вопросы по головкам. Идет ли на головке синяя полоса? Вот видите, идет она синяя полоса. Надпись Kingroy Chrome Vanadi. Это чтоб не задавали вопросы по несколько раз одни и те же. Вот синяя полоса Kingroy Chrome Vanadi. Также идет маркировка Kingroy внизу головки выбита. CRV Chrome Vanadi и данная головка вот 30 мм. Материал задавления Chrome Vanadi. Теперь по комплектации набора. В комплекте 2 трещотки. Под квадрат 1,2, 24 зуба, трещотки высокого качества, так как набор является профессиональным, быстрый сброс и присутствует реверс. Ручка сама пластиковая, черного цвета, ну это черный цвет, мне кажется, на трещотке это наиболее оптимальный, так как трещотка не пачкается, не оставляет следов, когда вы грязными руками, там, на мастерской, берете ее для работы. Под квадрат 1,4 трещотка, также 24 зуба, имеет реверс и быстрый сброс. На трещотках выбита Kingroy, то есть надпись. Отверточная рукоятка, вот идет, под нее биты, вот такие одеваются. Биты есть тут и торкс биты, есть крестовые и шлицевые. Также может использоваться с головками под квадрат 1,4. Также надпись Kingroy. На всех единицах инструмента из набора надпись Kingroy. Далее. В наборе идут 30 головок, 6 граней. Самая маленькая это 4 мм. Самая большая на 32 мм. Далее головки Torx, их здесь 13 штук, Е4, и самая большая, хорошо инструмент в крышке утапливается, Е24. Далее длинные головки, тоже их здесь 13 штук, самая большая. У нас 22 и самая маленькая 6 мм. Два удлинителя под квадрат 1,4. 50 и 75 мм. Также надпись Kingroy. Что очень часто задают вопрос по надписи. Два удлинителя под квадрат 1,2. 250 мм и 125. Удлинитель под 125 мм используется так же, как Т-образный вороток. Вот такой вот переходник идет в комплекте. Также он может использоваться для перехода с 3/8 на 1/2. Так, две свечные головки 16 и 21 мм. Резиновые вставки идут внутри.
два кардана, 1/4, 1/2. Далее биты. Биты под квадрат 1,2 идут с переходником. Вот таким. То есть берете нужную биту и вставляете ее в переходник. И используете или с воротком Т-образным. Вот. Или можете использовать трещотку под квадрат 1,2. Биты также здесь торкс. Шестигранные, шлицевые и крестовые биты. Вороток под квадрат 1,4. Вот такой Т-образный. В крышке инструмент хорошо защелкивается и исключает выпадание, когда вы закрываете набор. Небольшой набор V-образных ключей, 3 штучки. Вот такой. Далее по комплектации, по-моему, все вам показал. Крышки, не крышки, а сам кейс для хранения, он у нас состоит из двух частей и скреплен такими пластиковыми зависями. Замки запирания в данном наборе металлические, также надпись Kingroy. Набор Kingroy профессионального качества, уже проверенный в автомастерских и на СТО, имеет отличные отзывы. И является, как я сказал, профессиональным. Также можно использовать его и дома для ремонта автомобиля или обслуживания. Но основное его, конечно, покупают СТО, автосервисы, там, где от инструмента требуются высокие нагрузки. Так, сейчас я закрою, еще покажу вам кейс. Здесь единственное, нет удлинитель гибкий, гибкого удлинителя, но он стоит копейки, поэтому можете докупить и доложить в набор. То есть в 108 наборах гибкие удлинители не идут. Вот. Сам кейс защелкивается. Вот. Кейс высокого качества тоже. Здесь у нас, вы видите, отверстие, можно запирать набор на замок, чтобы никто не пользовался, кроме вас. Сам пластик плотный. То есть не продавливается, но с трудом. Плотный пластик хорошего качества. Здесь Kingroy Professional Tools. Также на крышке указано. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. А также оставляйте отзывы. У кого данный набор есть под видео, можете оставить отзыв о качестве набора, поделиться своим мнением. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.